можно долго искать. Да, но у нас есть преимущество перед твоим Асавом. Три символа. Глянем на карту. Так, посмотрим. Мы где-то здесь. Я буду делать пометки по ходу. Гляди, башня. Ого. Сверху можно увидеть все как на ладони. Может. Окей. А я высматривать Асава. Прекрасно. Не то чтобы я из-за него переживала. Стой! В другой раз врасплох мы его не застанем. Вряд ли он от тебя многого ожидал. Погоди, это комплимент? Звучало прямо как комплимент. Его парни идиоты, но Асав... Нам просто стоит держаться от него подальше. Не понимаю, как люди идут за такими, как Асав. Все просто. Он ищет слабых и предлагает им стать сильным. Дает им цель. Цель? А по-моему, лапшу он вешает. А как ты вообще связалась с Асавом? И зачем? Не будем об этом. Мне показалось, что он на тебя запал. Не напоминай мне. Пригодился в свое время, но... Жуть. Ну, так рассказывай. Не хочу. А если под рюмочку? Никакой рюмочки не хватит. Смотри, там на скале. Видишь арку? Вроде целая. Ты пойдешь? Хочу ноги размять. Ну, давай. Что это за место? Без понятия. Ну ты смотри. Обезьяны. Похоже, ты рада. Люблю обезьянок. В том строении что-то есть. Ага, обезьяны. Помимо обезьян. Что у нас тут? Поглядим. Мне кажется, или это похоже на нашу карту. Я сделаю пометку. Интересно. Это какой-то хайсальский знак. А символы ты видишь? Тут есть прорезь. По форме знак подходит. Ну-ка, попробуем. Он закрыл точку на карте. Ага. Что будет, если найти все?
Ты же военный эксперт. Как тут будет действовать ОСАП? Постарается устроить засады на всех подступах и остановить нас. Я бы поступила иначе. Что бы ты сделала, если бы была ОСАВом? Сбрила бы бороду. Я бы подождала. Дала противнику сделать всю грязную работу, а потом забрала бы бивень, как с блюдечка. Хитро. Практично. Без лишних рисков. Хорошо, что ты в моей команде. Тебе повезло. Странно, что ОСАВ так не делает. Может, его эксперт знает что-то, чего мы не знаем? Да, тем больше причин провернуть все по-быстрому. Я на минуту. Я подожду. Пора ехать. Сейчас вернусь. Конечно. Верим мы себе на всю округу? Ага. Еще герб хайсальского правителя. Кто-то очень постарался, чтобы это спрятать. Подожди. Конечно, иди. Yeah.
От меня не спрячешься. Пополнение для моей коллекции. Погоди, иди. Едем. Жди здесь. Окей, я подожду. Ну все. Я быстрее. Отлучусь на минутку. Я подожду. Трезубец Ганеша. Ганеша, сокрушитель преград. А ты молодец. Я подумала, раз уж мы ищем его Билли, надо про него почитать. Это божество надо знать. Ему молятся, когда приступают к чему-то новому, или когда хотят избавиться от сомнений и тревог. А, сокрушитель преград. Почему голова слона? Ему подарил ее отец, Шива. Очень мило. Когда срубил его человеческую. О! Ну да, с кем не бывало, правда?
Неизвестно, сколько их там внутри. Готово? Сейчас узнаем. Взяли? Пока нет. Идем Кобру в очередь. Знать, сколько их тут? Все. Эй, они все здесь. Фрейзер, надо действовать тихо, пока можем. Хорошо. Там кто-то есть. Посмотри-ка. Да, уже иду. Снайпер! Тебе нас не остановить! Цепляк, давай без глупостей! Не вышло! Открыть огонь! Они шли туда! Мы всех уложили. Ты как? Нормально. Не считая того, что связалась с чокнутой. Ладно, куда нам дальше? Хороший вопрос. Давай осмотримся. Как думаешь, что это было? Сложно сказать. Крепость — странная конфигурация для храма. Нет, не то. Не так. В чем фокус? А что? Похоже на кнопку. Да я дала тебе шанс попробовать. Что это? Хороший звук. Одна из спиц в колесе повернулась. А что насчет тебя? Два есть. Вот еще одно. Уже три. Нашла. Осталось последнее.
И последнее. Готово. Ладно, возвращайся к той большой штуке. Большой штуке? Ну, как это называется у археологов? Ну, пусть штука. Точно. Ну и что? Придется подлезть. Ну ладно. А, ну вот. Ну ты смотри. И кто бы мог подумать? Говорила я это ключ. Ай да умница. Ну что, посмотрим. Что это? Древний хрисальский пазл? А, конечно. Я делаю трезубец. Это Ганеша. Добрый день. Что теперь? Теперь мы повернем рукоять и глянем, что будет. Рискнуть хочешь? Ну, знаешь... Охота за сокровищами предприятие рискованное. Война в целом тоже. Но если я срываю гранаты чеку, я хотя бы знаю, что будет. А в нашем деле веселее. Ты слышала? Чувствуешь? Смотри. Охренеть. Там огромный рельеф, вырезан прямо в той скале. А ты боялась, что мы нажмем на рычаг и сдохнем? Да, как хорошо, что со мной дочь археолога. Интересное, небось, было детство. Интересное. Много узнала. Мой папа обожал Хейсалу и тратил на нее все время. Я же готова ковыряться в руинах только ради выгоды. Понимаю. Я никогда не иду на риск без выгоды. Да уж, наверное. Все-таки рулить армией — большая ответственность. Вторая натура. Компания отца. Я приняла руководство. Семейное дело? Которое я запорола. Тебе ли не знать? Вы же с Дрейком были, не разлей вода. Ну, это мы в другой раз обсудим. Ну, куда дальше? Крепость, стоящую на горе, стоит осмотреть. И еще крепость на дне озера. Ах, стоило мне уточнить о Дрейках, прежде чем на это подписываться. А тут не о чем особо рассказывать. Я хорошо знаю Нейта. Сэма намного хуже. Он как будто из ниоткуда появился. Ага. Ладно, поищем выход. Последний платит за ужин. У меня сухпаёк. Зануда. Прочешите сектор! Уходи, ну! Нет.
Начинаем поиск. Нашел их! Свободен. Теперь уж точно. Ты молодец, но с учетом обстоятельств. С учетом обстоятельств. Из твоих уст это высокая похвала. Да. Горы и озеро. Да, все так. Ну все, едем дальше. Слушай, чтоб ты знал, Натан Дрейк исчез с радаров. О нем можешь больше не беспокоиться. У меня были сомнения. А почему ты согласился? Дареному коню в зубы не смотрят. Особенно сейчас, когда все только и ждут моего провала. Понимаю. Но в этом свои плюсы. Да, есть плюсы? Ну, когда люди совсем не ждут от себя многого, их гораздо проще удивить. Но все-таки это жестокий бизнес, особенно в одиночку. Приходится использовать любое преимущество. Минутку подождешь? Конечно. Пора ехать. Всегда работаешь одна? Почти. И давно ты это начала? Девчонка. Эй, погоди. Аккуратно. Там еще люди оставлю. Засек их! Все, засекли! Сейчас все кое-то дай уйти! Thank you.
все чисто. Хорошо. Твои друзья тебя уже заждались. И что, ты хоть нашла что-нибудь? Замечательный знак. Окей, мы о чем-то говорили. Да, ну так вот. Быстро научилась делать вид, что поддаюсь, и выжидать. А потом забирать свое. Коварство не мой стиль. Всегда предпочитала действовать напрямую. По мне, лишь бы работала. Передохни. Я сейчас. Конечно. Иди. Едем. Сейчас вернусь. Иди. Ну все. Я на минуту. Окей, я подожду. Посмотрим, что ты умеешь. Не поняла. Но это не бомба. Думаешь? Затихло. Окей, кажется, это так задумано. Теперь этот. Вечер на арене. Осталось еще два.
знак в коллекцию. С добычей? Еще знак для нашей коллекции. Сейчас вернусь. Ладно. Вот так. Ура, физики! А? У нас тут потеря! Оружие к бою! Переверните тут все! Рискованно. А? Тебе конец! Все чисто. Ну что, нашла там что-нибудь? Бесценный знак. Нет, не бесценный. Ценный знак.
Смотри, снайпер. Что за... Один из наших мертв! Глядите в оба! Прочесать все и найти их! Кто здесь? Не понял? Они вот там! Черт. Нас засекли! За это заплатишь, вперед! Хорошо! Чисто. Ну, что у нас тут? Прыгай в карман, малыш. Подожди. Я подожду.
порядок. Погоди. Конечно. Поехать. Жди здесь. Конечно, иди. Руки будут все в мозолях. Хорошо, что я захватила свой багаж знаний. Еще вернусь к тебе. Спасибо. Ты сотни лет ждал, пока я тебя найду. Успешная вылазка. Нашла кое-что блестящее. Ладно.